Итак, в программе Paint 3D встроено можно смастерить вот себе монетку, донетку. То есть это у нас будет какая фигура? Трехмерная модель цилиндр, коротенький. И с помощью наклеек можно вот создать монетку как бы. Сохранить ее нужно как трехмерную модель в формате FBX. Ну, потому что PowerPoint не понимает по-другому. Вот. И здесь сделать анимацию. Монетка крутится. Оп. Непонятно. Ну, сегодня не везет. Ну, вот таким образом можно использовать программу Paint 3D. На этом спасибо, стоп.